усилитель Big 900 BV. Нашел я неисправное следующее. Транзисторы поменял. И один раз они у меня вылетели. То есть это неисправность еще предварительного этого каскада. То есть есть зашумление. Сначала грешил на резистор переменный, но нет. Переключатели нормальные. Искать надо, конечно, осциллографом и со схемой. Схемы нет в интернете, нифига, там как мануал, только морда, там расписаны какие-то параметры напряжения, больше ничего нет. Будем искать по дорожкам и по микросхемам. Метод простукивания, то есть вот шуршание, смотрите какой. Слышно, динамик шуршит. При добавлении громкости этот шорох усиливается. Этот один канал работает, второй канал нормально работает. То есть метод явный. Возможно резистор, возможно конденсатор, возможно микросхема. Эти микросхемы нормально я простукивал. Вот смотрите, эффект. Вот здесь вот микрофонный эффект слышно. А вот она и неисправность, микросхема. Вот это вот и есть сопля это, блин. Попробую прогреть паяльником, но вряд ли это что, ее надо только менять. Найти ее, возможно или невозможно, это уже дальше покажет. То есть конкретно по ней стук-стук, и она тук-тук. Из-за нее вылетают эти транзисторы. То есть этот лавинообразный пробой происходит, так как уровень громкости меняется. Защита срабатывает на малой громкости, на большой она не успевает сработаться, и вся эта фигня вылетает. То есть вроде бы неисправность такая маленькая, входная. Должны были какую-то защиту все-таки поставить по входу. И выбивает силовую часть. Всем привет, это усилитель Big 900 BV. Неисправность вторая.